Ох, да, его можно как лоха крутить. Почему ты так ко мне относишься? Я не понимаю. Ты дурак? Тебе дать? Давай. Что, тебе нужен секс? Да. Я свободна. Да. Да. Не нужно мне ничего от тебя. Не в сексе дело. Я за искренность отношений, не за вот это вот издевательство над моей личностью. Вообще жесть. Вот. Что такое, Что такое, Дарин? Дарин. Вот я не пойму, ты чего добиваешь? Чтобы он тебя убил, что ли? Ну, сейчас так и было. Просто меня взяли вот так и сказали, давай. Почему Никите ты дала? Там, на второй день, мол, чем я хуже и так далее. Ты типа на меня издеваешься? Он в натуре дебил. Так, я говорю, в смысле, тебе что, говорит, дать? И я говорю, свободно? Ты меня, говорит, просто не выпустишь? Да. Начинает. Я ухожу, мне просто так вот хватает. Он знаешь, как себя ведет, как живот? Только народу? Приперлись тут. Она просто знает, на что я способен. Сатана завидует. Может, под тенью поиграем? Ага. Что? Олег, ты что, тебя? Уже нет. Ты посмотри, она спит на соседней кровати, потом будут говорить, я ее добиваться буду. Уже? Чурбан. Нет. Камил, тебя вообще-то по делу пригласил сюда. Ты меня попросила сюда? Я пригласила. А ты, значит, подсматриваешь за нами. Она просто ревнует, понимаешь? Что? Не, мы так не договаривались. Почему это не договариваешь? Это понятно. О, кайфушники свои припарковали. Подожди, знаешь что? А что, Олег? Потом ты мне будешь неинтересен, я тебе серьезно говорю. А я ничего. А что ты парканулся? Ты спать, что ли? Ну да. Хочешь спать? Сказать, спунт вместе, что? Это, я думаю, страстно. Романтично. Романтично. Нравится? Если нравится девушка, бери, целуй, добивайся. Давай, целуй. Не слушай, вот как только ты начнешь это делать, я сразу к тебе интересно. Послушай, женщину сделай наоборот. Оп-оп-оп-оп-оп. Давай. Она сама вопросила. Слушай, не слушай. Просто не хватает на видео наблюдать за нами, понимаешь, и ей этих эмоций не хватает, поверь. И дай этих эмоций ей. Камил, я тебя прекрасно знаю. Ты не слушай его, ты не слушай его. Где он оказался? В помойке, так же, как и Эдгар. Потому что мне такие мужчины не нужны, гулящие вот такие вот. А волка нашли? Волка? А зачем он? Спит. Он пускай спит. Ну, спокойной ночи, волк. Ты прям уработал Дарину. Уработал? Дарину? Эдгар, как ты сам? Ой.